Придумал. Он такой красивый. Ты чуре первая. И, наконец, у нас новый член персонала. На место тренера подростковой футбольной команды. Тренер Пак Чоль Су. Поздоровайтесь. Здравствуйте, я Пак Чоль Су. Что за идиотский? Почему только что улыбнулась? Он смотрит. Он заговорит со мной. Ох, мой! Ты чего? Я лишь наблюдал. Ты сделал мое фото? Дай мне. Почему ты не фотографировал меня? А я должен. Как ты можешь просто уйти? Эй, Пак Чоль Су! If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops? Говори. Здесь? Ты собираешься признаться в своих чувствах ко мне? Не делай этого. Почему? Я люблю кое-кого другого. Что происходит? Даже если у меня нет девушки, ты все равно не мой. Не может быть. Я желаю тебе счастья. Мы теперь друзья. Продолжай в том же духе. У тебя непростая любовь, Чоль Су. Удачи. С какой стороны лучше? Что за странный вид? Да, у меня сегодня свидание вслепую. Я правда хочу найти парня. Ты должен притвориться, что вправду любишь меня. Тебе нужно что-нибудь вроде фирменного костюма. Ты знаешь ее, мою жену. Поздравляю, выглядишь прекрасно. Ты набрала вес. Побочный эффект от расставания? Сверху еще побочный эффект! Ты ошибаешься! Твоя фигура была твоим лучшим качеством, к сожалению. Поздравляю со свадьбой. Отныне будь вежлив с моей девушкой. Вы близки с Чоль Су? Я могла бы сказать, что мы друзья. Тогда мы могли бы тоже стать друзьями. Я могу взять ваш номер? Он же не клеит меня, правда? Твой парень странный человек. О чем ты говоришь? Твой возлюбленный. Что мне подкатывает? Чоль Су, я говорю тебе как твой друг. Порви с ним, он нехороший человек. Мы близнецы. Не имеет значения, если мы близнецы. Близнецы? Же не похожи. Мы разнояйцевые близнецы. Он Пак Ён Хи, я Пак Чо.
was an old school 50-pound boombox. Would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. В любом случае, простите, но ты тренер по... Ты должен был остановить меня, когда я болтал о том, что мы друзья. Если ты не хочешь быть другом, как насчет твоего парня? Что такое? Давай начнем встречаться. Что? Ты мне нравишься. Close. Yeah.